государственным праздником вас, Днем России. Мы вместе ответственны за судьбу России и хотим видеть ее передовым государством мира. Одной из добрых традиций, сложившихся в ходе развития нашего города, стало проведение массовых праздников и гуляний. В субботу, 12 июня, в день празднования Дня независимости России, жители Северного района собрались на площадке у Дворца культуры, чтобы одной большой и дружной семьей отметить день своего района. Сегодня мы отмечаем праздник, который все называют по-разному. Кто-то называет его Днем России, кто-то Днем независимости, а кто-то Днем российской государственности. Наверное, не случайно, что в этот день мы отмечаем и праздник, день одного из наших микрорайонов, Северного микрорайона. Я хочу от администрации округа и от главы округа Эленор Михайловны поздравить с этим праздником и пожелать всем активной жизненной позиции и добра, потому что именно эти качества больше всего нужны сейчас для нашей страны. С праздником вас, дорогие угличане! История не может складываться сама по себе. Ее веками вершат люди. С каждым годом Углич становится крепче и краше, благодаря тем, кто по-настоящему любит и ценит свой город, тем, кто дорожит его прошлым и гордится его успехами. А таких в Северном районе немало. Лидия Михайловна Савенко, целые трудовые и творческие династии, семьи Вышемирских, Митрофановых, Приказчиковых, Ахметчановых, золотые юбиляры супруги Богомоловы и Никифоровы, ветераны Великой Отечественной войны. Это люди, достойные чести, люди, судьбы которых тесно переплетаются с судьбой города. Им в этот день вручались памятные подарки, для них звучали самые теплые слова и пожелания, и не смолкали аплодисменты. Также программа праздника включала в себя выставку творческих работ жителей Северного района, конкурс детского рисунка, шахматный турнир, демонстрацию свадебных нарядов, представленную салоном «Голубка» при Угличском ЗАГСе, и, конечно же, выступление лучших художественных коллективов города. Светлана Бароненкова, Дмитрий Парфенов, Угличское общественное телевидение.